подписчикам привет. Сегодня будем собирать теплицу Легенда 4,5 на 2,5 метра под стекло. Пока приехали, разгрузились и приступаем к сборке. Теплицы построили, все закрепили, выровняли, установили по низу отлив. Также покрыли стены стеклом. Сейчас будем готовить и крыть крышу. Монтаж, напоминаю, строили сегодня теплицу Легенда 2,5 на 4,5. Идем смотреть. Дверь алюминиевая правая с одной стороны, форточка. Такая же алюминиевая, только левая. С другого торца установлена. Есть у нас система подвески. Под винитки на каждую сторону. Есть форточный блок посередке на автоматах. Вернее сказать, на термоприводах. Каркас теплицы сделан с профильной трубы 40 на 40. Покраска полимерно-порошковым способом. Цвет шоколад. Стоит все на бетонном основании, закреплено с помощью анкеров. Имеются диагональные усилители, имеются кронштейны, вот такие под полочки будущие. Снизу у нас пущен отлив. Стекло 4 мм, крепится с помощью профиля системы, база, крышка. Вот такая вот отличная. Действительно компактная Легенда. 2,5 на 4,5 получилось. У меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы. Всем пока.